Звук, свет, стихи, поэзия Серебряного века в обрамлении музыки, светового перформанса в стильных декорациях звучал в театральном сквере. Все лето здесь, около театрально-концертного центра, проходили творческие вечера. И вот под занавес августа очередной подарок жителям городского округа. Добро пожаловать на программу «Стихийные вечера. Серебряный век». Артисты Щелковского театра, музыканты из разных мест сегодня будут для вас здесь, на свежем воздухе, на пленэре, читать и играть поэзию Серебряного века. Поэзия Серебряного века отличается особой чувственностью и при этом резкостью, меланхолией, неповторимой мелодикой, ритмом стиха. В сопровождении музыкантов артисты целиком отдавались поэтическому слогу, наполняя пространство полугипнотической атмосферой. Воскресали в этот вечер буйные и страстные стихи Маяковского, разрывные и дерзкие Есенина, задумчиво-философские Блока. Звучали эпитеты и метафоры ушедшей эпохи, напитывая зрителей мистическим эликсиром завораживающего мира поэтики. Вот я забыла, кто я, где я, что я. Я получила такое наслаждение. Поверьте, я не видела ни одной репетиции. Я сегодня шла на театральный вечер, который в сквере у нашего театра. Благодарю вас и браво, ребята, браво! Лилия Тимиева, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.